В начале выпуска о главном. Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в ульяновских поликлиниках с сегодняшнего дня приостановили плановый прием пациентов. Узких специалистов переводят в первичное звено для борьбы с COVID-19. Мера вынужденная. Как заявили в региональном Минздраве, число обращений за медицинской помощью всего за несколько последних дней выросло в 5 раз. Глава профильного ведомства подписал приказ, которым временно приостанавливает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Работу дневных стационаров при поликлиниках и плановые приемы врачей-специалистов за исключением онкологов. Освободившихся врачей привлекут в амбулаторное звено и телемедицинский центр. В помощь врачам первичного звена здравоохранения направили более 100 студентов-медиков. Наша задача сейчас – оказать помощь каждому человеку. Что сделано в этом плане? В этом плане, во-первых, мы перемещаем специалистов. Второе, мы отрабатываем работу телемедицинского центра. Мы уже организовали более 10 рабочих мест. То есть фактически пациенты, находящиеся на амбулаторном этапе лечения, будут находиться в том числе, помимо очных осмотров специалистов, будут находиться на так называемом дистанционном контроле. Особое внимание диагностике заболеваний. В медицинских учреждениях, где отсутствуют рентгенаппараты, установили передвижные цифровые флюорографы. По данным Роспотребнадзора, в регионе сохраняется напряженная эпидситуация. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю вырос в 3 раза. Наиболее активная инфекция распространяется среди людей в возрасте от 39 до 49 лет и от 50 до 64. За последние сутки на территории Ульяновской области выявили 796 новых случаев заражения.